Итак, добро пожаловать в игровую комнату и... Черт, нильфгарцы тут все еще махают своими чертовыми мечами, задолбали, если честно, всех бы порубать. Заперто. Опа. Черт, надо уже перестать это все таскать за собой, заколебался, нафиг оно мне сейчас нужно. Закрыть задание. Доложу об этом королю Родовиду. Да-да, доложит он королю Родовиду. Ха-ха-ха. Он к тебя прям вот возьмет и пропустит. Ага, сейчас. Вижу, как он тебя берет, точнее, берут тебя и пропускают к нему. Лошара. Каменный медальон, мусор, стероиды. Мне надо к кому-то обратиться насчет вот этих вот стероидов. Наверное. Так. Надо задание позакрывать. Так, вот тут площадь. Опа, и что тут только что было? А, кошка. Ладно. Торговый ряд тут у нас еще один. Ангнеса Фрост. Густав Густавиниус. Мадам, мадамессы. Мадмуазессы. Я Илона, бородатая эльфка. Прямо бородатая? Ладно тебе. Мы приехали сюда с цирком, но тут и без нас весело. Чтобы свести концы с концами, пришлось задействовать запасной план. Начать торговлю. И что ты продаешь? Еду. Хорошую и свежую. Хочешь что-нибудь купить или просто ждешь, пока у меня вырастет борода? Я... готов заплатить за выступление. Покажи свою бороду. 200 аренов. Ого, нифига себе. Хотя давайте, когда еще можно увидеть бороду у эльфийки? 200, говоришь? Ладно. Так, показывай. Воу. Блин, реально. Комедия, черт, блин. Умора, блин. Реально бороду себя отрастила. Но это стоило 200 аренов. Все равно они мне уже не нужны, так что можно поржать. Сейчас я преподам мой последний урок. Последний? Мадам, урок. Здравствуй. Не желаю иметь с тобой никаких дел. Пшел в жопу тогда. Прошу вас, располагайтесь. Где? Она имеет в виду просто располагайтесь. Ладно. Мадам, ага, она тоже тут торгует гнилыми. Сейчас я преподам гнилыми. Мой последний урок. Последний? Так, а кто тут? Но ведь... молчать. Аделина, это торгуй. Практическое занятие. Не, это вот вы этот знаете, торгует. Добрый день. Пришел поглазеть на представление. Ну так тебе не повезло, его отменили. Мы теперь работаем в сфере обслуживания. Какого еще обслуживания? Когда-то я был не самым плохим оружейником. Или мне так казалось. А потом мастерскую спалили во время погрома. Только вот мастерство не пропьешь. По мне так проще глотать шпаги, чем ковать их. Только супруга моя сильно нервничает. Передай ей мои наилучшие пожелания. Можешь сделать это сам, если хочешь. Моя жена Илона – бородатая эльфка. О, и как оно – жить с бородатой эльфкой? Как у всех. Мы работу на дом не берем. А-а-а, понятно, она тут бороду сбезбривает. Не, ну забавно, забавно. Так, а что у тебя там на продаже, кстати? Вот сюда еще как-то может проникнуть получится. Итак, среди участников переговоров оказался ведьмак. Интересно, интересно. И что? Славный город, правда? Приятное место, со своим характером и историей. Тебя не смущает, что здесь все пропитано кровью? Танет тоже был старым эльфским городом. Да, мы знаем историю Лок-Муини, но мы вернем ему прежнюю красоту.
Хотел бы я на это посмотреть. Сперва нужно подписать договор. Новый совет должен с самого начала действовать согласно законам. Магия не знает людских законов. Властители могут не поверить в искренность ваших намерений. Этот съезд должен убедить их. Традиция королевских советников идет из глубины веков. Мы нужны им. А вам нужно их золото и гарантии того, что вас не отправят на костер. Блохи приглашают пса на переговоры. Предыдущий совет закончился трагедией. Ты думаешь, в этот раз все будет лучше? Надеюсь, с самого начала мы окружим этот новый институт дружеской заботой и тщательной опекой. Будете шпионить друг за другом. Ничего нового. Это необходимо. Все пороки прежней организации были вызваны отсутствием надзора. Как интересно. Я был совершенно уверен, что их вызвали чрезмерные амбиции и жажда власти. Ваше превосходительство не может не осознавать, что наши правители несколько эксцентричны и склонны к вольной жизни. Чтобы не сказать распущенности. Мой дорогой советник, тела, которые творятся на севере, должны оставаться телами севера. Никакая экстравагантность не нужна. Прошу ваше превосходительство простить мое замечание, но считаю своим долгом указать на то, что нам следует быть реалистами. Заперто. Император все равно узнает о каждом нашем слове, так или иначе. Учитывая это, можно понять, почему наш... Это было опасно, даже пришлось заюзать. Как она называется? Адреналин. Хотя, наверное, даже зря. Я мог бы без него справиться. Но на всякий случай использовал. Подземелье. Да не, я еще снаружи не все исследовал. Окей, я везде побывал. Что это у нас тут за подвал? Канализация. Не подвал, а, мать его, канализация. Опа. Память старых лет. Дать стражу верный пароль. А, о.
Нигбит! Подождите. Я не помню. Сейчас. Лучше я немного считерю, а то я вообще забыл, что он там наговорил. Но Нибит — это все, что вот Нибит до и после он сказал. Но я не помню точно. Нибит он вроде Нибит сказал. Не, Нибит — это вроде как вот так вот. Вот это гад убазин. Уду-буду я. Ла-ла-ла. Гад. Экса. Нибит. Кнап. Гад. Удузи. Отлично. Вроде правильно, да? Ну, я все равно, я бы не попал туда, если бы у меня чисто пароля бы не было. Так что тут чисто... Ага. И еще не все, да? Или что это тут? Секундочку. Заказ на Гаргуле, борьба. Память старых лет. Геральт заметил, что каждое его действие вызывает два ответных. Если он зажигает погашенный очаг, то тот действует на два других. Зажженные очаги гаснут, а погасшие загораются. Наш герой попытался сформировать правило, объяснявшее магическую загадку. Сформировать. Ну, давайте это зажигаем. Один гаснет, другой не гаснет, да? А, типа надо все зажечь, да? Да, отлично. Просто тупо рандомно протыкал. Ну, почти рандомно, я примерно так понял. Память старых лет. Геральту удалось зажечь все очаги. Замки в закрытых дверях открылись, пропуская его дальше. Опа, сейчас дальше загадки или битва. Опа. Битва, что ли, будет? Приветствую тебя, избранный. Кто ты? Древние доверили моей душе хранить важнейший артефакт и награждать им тех, кто назван избранными. В чем заключается действие этого артефакта? С его помощью я могу до некоторой степени исправлять ошибки прошлого и направлять умения избранного так, чтобы они больше отвечали его желаниям. Но помни, все в природе имеет свою цену, и для каждого она своя. Ты готов? Фигня, давайте перераспределю очки. Да, начинай. Перераспределю очки, посмотрю. Вот 27 очков. Путь заблокирован. Да, тут надо 8 открыть. Давайте энергии. Акси до двух противников. Игни. Давайте акси. Опа. Все, и он сваливает. Где оно? Память старых лет. Геральт воспользовался артефактом. Можно смело сказать, что это событие изменило ведьмака до неузнаваемости. Теперь, как никогда прежде, он был готов выполнить миссию, которая привела его к Локмуин. В Локмуин, наверное. Такой... А ну-ка. Не, смотрите, адреналин при попадании 8% так и осталось. То есть можно вначале вкачнуть его, придя сюда.
Ну, если вам алхимия вообще не нужна, ну, я не пользуюсь. Но, наверное, на самом запредельном уровне надо будет пользоваться обязательно. Тут вообще больше ничего нет. Прикольно, портал за мной смотрит на меня. О, энергии 5. Катакомбы под Локмуином. Ага, здрасте. Давайте, бейтесь. Деритесь. Давайте, деритесь. А ну-ка, энергия восполняется. Я тут есть где-то восполнение энергии? Общая сопротивляемость, урон знаками, всплеск адреналина знаками. Так, отлично. Ну, мне, в принципе, это не нужно. А чё? Третий с Роше. Борьба с... Чё? Борьба на руках. А. На доске объявлений, да. Потому он приметил этот вызов. Принять его вызов. А, ну, прежде чем это, надо вызов принять. Заказать. Заказ на Гаргулия. Ну-ка. Не то. А, где он? Вот это квен 50%. О, чертеж доспехов ИС. Прикольно. ИС. 24 брони, 66. Они еще лучше, чем эти. Да вы издеваетесь. Шкура тролля. А, шкура тролля у меня нет. А, кого? Накеров? Когти накеров? Когти накеров. Дратва. Но они 24, там 25 чуть лучше, но сопротивляемость всему 20 магические процента. Выше. Единственный дополнительный урон от знаков. Да издеваются, да, разработчики. Заперто. Открывай, скотина. А, понятно. Тут, короче, не пройти. Надо обратно. О, вот этот перекат. Покатились отсюда к чертям. Надо с другой стороны заходить. А, катиться к другой стороне. Во. Так... А вот, давайте вызов примем. Потерял что? Ты и есть могучий Нума? А кто спрашивает? Могучий Геральт. Тот, кто хочет посмотреть, так ли ты могуч. А ты в цирк приходи да смотри. Меня там цепями связывают, а я их разрываю. Языком мести ты и вправду могуч. Ты меня достал. Выкладывай денежки и давай свою лапу. 200. Давайте сначала на 100, а то, мне кажется, я любопытный. Просру. Воу, нифига себе. Да тут нереально его победить. Ты видите, какой он маленький? Говорят, пипирка. Будто ведьмаки сильные ребята. А ты клоуну задницу не надерешь. Адам Панград предупреждал, что ты обманщик.
Да что эта продажная девка может знать о могучем Нууме? Продажные девки в таких вещах разбираются. Такую силу можно развить, только сидя на эликсирах. Ядристый конем! Ты же сам набит эликсирами, как говно мухами. На поединок я вышел чистым. Ты водишь людей за нос. Тебя нужно звать Лживый Нума. Еще одно слово скажешь, я тебе его в глотку так вобью, что из жопы вылетит. Не успеешь. Без головы много не навоюешь. Ну, мутант, покажи, что умеешь. Обычная драка. На кулаках я его уделаю. Отпинаю, как мешок картошки. Опа! Что такое? Отпусти! Хватит! Я больше не буду. Теперь все будет по-честному. Давай. Борьба на руках. Геральт, недолго раздумывая, раздумывал. Он хорошенько напинал Нуме и навсегда выбил у этого из головы мысли о придающих силы эликсиров. Пристыженный Громила согласился побороться на честных условиях. А ну-ка, тут можно и на 200 аренов. Терял что? Мои 200 вот, аренов. Хотел заработать пару аренов. С могучим Нумой ты только бабло впустую потратишь. Ты вор? Мне незачем воровать, я на руках любого сделаю. Желаешь убедиться? Я любопытный. Не, можно его, наверное, победить и с этим мизерным. А, ну тут да, Нуму победить проще простого. Тут такой здоровенный, что ему просто без шансов. Не, я думаю, и в тем маленьким можно было победить на изи. Но там надо прям... Сиськи, Мелители! Меня еще никто не побеждал! Все когда-нибудь случается в первый раз. Я дам тебе подарочек, чтоб не трепался, мол, победил могучего Нуму. Если узнают, что я проиграл, меня выпрут из цирка. Могучий Нума должен быть непобедимым. Так что держи вот и не распускай язык. Ладно, спасибо. Так, я что-то получил. И, наконец, хотите верьте, хотите нет, могучий жилистый друг оказался чемпионом из чемпионов, ведь он победил всех силачей своего времени, ему не было равных в борьбе на руках, воздадим же ему заслуженные почести. Такое ощущение, что эти задания писал Лютик. Что он у меня там? Чертеж, крепкие, длинные перчаточки, снижение магического урона 4, сопротивление 7. 5, 8, 8, 5. 4 против 5 и 8. Нума, оставь этот чертеж. Я сейчас всем проболтаюсь, что ты лошара. А не, ладно. Я просто его на всякий случай оставлю, чтобы бабки на нем рубать. Не-не-не, какое? Я хотел с ним, вот с Нумой поговорить. Куда ты убегаешь, парень? Нума, куда ты убегаешь? Да стой ты, куда ты? Куда? Он только чтоб с Геральтом не сталкиваться. В смысле? Я с ним больше не могу. Черт, я хотел 200. Я хотел выбить все две, с него бабки рубить. Ладно, может заглючило, надо чуть попозже прийти, окей. Надо картечь. А ну подождите, мне надо было сбегать, я ж эти взял кинжалы. Расходники, мать его, мать-перемать, где они там? А у меня их сейчас нет, надо сбегать, забрать, чтоб тебе. Ладно, потом. Вы поняли?
Убийство! 7% убийство сработало. Чё ты там? Отлично. Просто кайф. Сработало 7% убийство с первого же удара. И реально с первого удара он умер. В этот раз магу не повезло. Отлично. А мне повезло. Что у тебя там? Розыскная грамота, превосходные нильфгардские ботфорты. Нет, древесину себе оставь. Себе. Нафиг он древесину с собой таскал? 20%. А я купил, потратил денежку, мать, перемать. 5-2-2. Не, вот тут получше. Эти ботинки лучше. 5. 1% магической защиты, но лучше. И мусор, что ли? Да не. А, оно уже было, наверное, поэтому. Разыскное. Я ж правильно понял? История. 50. Смотрите, как дергается. Эй! Воу-воу-воу-воу-воу! Ты смердишь! Воу-воу-воу! О, на уровне! Чёртовы горгули везде они! Так. Спускаемся. Тут, может, горгули есть. Воу. Воу, 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 воу. Нифига себе. А у меня не прокачано. Ну, окей, я понял. Короче, надо другое использовать. Вы не поняли, в чем дело. А, лол. Вот это забавно. Просто надо было увернуться. Я подумал об этом. Просто комедия. Потушить, ага. Короче, он защищен. Надо пока что... Надо как-то потушить. Рассмотреть. Третья зашифрованная комбинация рун. Третье. Блестящие рыбы тихо умирают на фреске, пораженные громом. Ну-ка. Чтобы не бегать туда-обратно, есть телефон. Надо... Так, акция 5 рублей. На всякий случай. Начал отсюда.
Точное изображение бьющих молний. Вот это вот? Или вот эта стрелка? Но это больше на арфу похоже. А вот это вот похоже на молнии. Короче, надо сбегать купить книги, ребята. Блин. Блин, косой. Ладно, на перемотке. Так, вторая книга. Руна смерти. Так, руна неба. Похоже на линию. Руны мотыльки. А подождите, а там рыбы. Блестящие рыбы тихо умирают на фреске и поражение громом. Так, во второй ничего нет, в третьей. Руна жизни, в руна зверя, в руна зверя судьбы. Четвертый. Руна погоды, руна разума, руна времени. Чё? Так я не понял. Времени, наверное. Тихо умирает, наверное, смерти. Все же смерть. Смерти напоминает косу. Окей. Блестящие рыбы. Первые, да? Ага, только у меня вот она, жуди. Рыбы. Руна искусства напоминает арфу. Руна войны выглядит сжатый кулак. Руна грома. Руна грома представляет точное изображение бьющей молнии. Блестящие рыбы. Блестящие рыбы. Смерти, косу. Рыба. Коса? Не особо похожа на... Короче, вот этот знак не подходит сразу же. Наверное. Но это вот это похоже на молнии. Может, рыбы. Вот это рыбы, может быть. А ну-ка, рыбы. Так. Рыба. Коса. Ну, вот это похоже на косу, наверное. Коса. Молнии. Рыбы. Так, может это? Не, походу я чуть-чуть ошибся. Угу. Короче, вот это вот получается. Просто по часовой стрелке надо запустить, наверное. Парюсь, а оно по часовой тут надо. Просто тупо по часовой. А ну-ка. Да, тупо по часовой стрелке. Логично. Логично же, да? Ведьмак узнал, что гаргульи — это магические создания, поставленные на страже города. Они атаковали каждого, кто войдет на территорию, охраняемую заклятием. Достаточно было найти и дезактивировать магические печати, которые связывали гаргульи, и проблема была решена. Вооруженный новыми знаниями и острым мечом, ведьмак отправился на поиски печати. Я сделал это. Сукно, чертеж, перчаток старшей крови. О, и 50 урендов. А, подождите, деактивировать еще 3. О, понятно. Тогда закончу на этом моменте. Опа, опять труп. В этот раз эльф.
Так, а что там за чертеж перчаток старшего? Ого! Вот это я понимаю. Сукно и дешевое стоит. Сукно, укрепленная кожа и дратва. Бегу делать. Все. Так. Все, ребята. Спасибо за просмотр и до следующих встреч. Пока.